Вот так уже сложилось, что не только весь мир, но и, але наш інститут у тому числі, і, по-перше, в Україні, він перший єдиний центр, який працює в Україні, і завдяки йому ми відзначаємо це свято, свято, скажімо так, руху. Я хочу нагадати, що насправді ми маємо бути вдячні Ірині Миколаївні, є колективу, який зарекомендував себе у всій країні. Я знову таки наголошую, що це єдиний центр, де найкраще лікують згідно всіх стандартів мірової світової практики цих пацієнтів з паркінсонізмом, з порушенням такої важливої мотомої. Так що я зараз вітаю і рада, я вас запрошую. Перше у нас є питання, це інформація про святкування Міжнародного дня символіки проблеми хвороб Паркінсона. І я прошу сюди доктора Карасевича. Добрий день, шановні колеги. Ми раді вітати вас сьогодні на нашій зустрічі, яка присвячена Всесвітньому дню боротьби з хворобою Паркінсона. Щорічно багато років поспіль в багатьох країнах світу ініціативи ВОЗ 11 квітня в день народження Джеймса Паркінсона відмічається як Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Ця подія має цікаву історію. Ще в 1980 році голландський садівник, флорист Ван дер Верелт, який хворів на хворобу Паркінсона, створив особливий тип червоного тюльпана в червоно-білих кольорах і назвав його тюльпан з хвороби Паркінсона. Пізніше ще одна пацієнтка Пайнтер, яка також створила ранню форму хвороби Паркінсона, запропонувала використовувати зображення тюльпана як символ захворювання і приклала досить багато зусиль для того, щоб це зображення мало міжнародне значення. Вона запропонувала особливу форму квітки у вигляді зелених листочків, у вигляді англійських букв PD – Parkinson Disease. 11 квітня 2005 року у Люксембурзі відбулася 9-та конференція ВОЗ з нагоди Всесвітнього дня боротьби з хворобою Паркінсона, на якій було прийнято рішення затвердити зображення червоного тюльпана як міжнародний символ хвороби Паркінсона. З того часу ця червона квітка тюльпан є міжнародним символом хвороби Паркінсона. Європейська паркінсонічна асоціація використовує стилізоване зображення червоного тюльпана на всіх своїх офіційних заходах і документах. Щорічно перед 11 квітня у багатьох країнах світу відбуваються соціальні заходи у вигляді зустрічі пацієнтів та їх родичів з фахівцями, які надають їм допомогу в отриманні нової інформації щодо хвороби, нових видів лікування, дієти, застосування лікувальної фізкультури, що дає можливість їм поспілкуватися з лікарями, отримати необхідну інформацію, а також між собою. Проте основна мета цих соціальних заходів і те, що ви тільки що бачили на відео цих маршів, це привернути увагу міжнародної медичної спільноти і громадських організацій до проблеми хвороби Паркінсона, яка й на сьогодні залишається досить актуальною. І це образ життя мільйонів людей у світі, які живуть з цією хворобою. Ми запрошуємо вас до прослуховування наших доповідей і надіємося, що вам буде цікаво. Дякую за увагу. Ну, друге питання у нас таке. Це есе про епоху в житті і творчості дружини 50 років на благо пацієнтів з хворобою Паркінсона. Я хочу сказати, що я прийшла до нашого інституту теж 50 років тому назад. І вже було відділення паркінсонізму, і був вже професор Вайштук, була Любова Павлівна. І я можу сказати, що ми так бачили багато цих паркінсонів, що на противагу неврологам з периферії ми вже по позі, здалеку, визнаємо. Я вас... А що ми ставимо діагноз? Так. Да. І я вас розпишу, ми їх
їхали з сином колись давно в метро, і жебрачка йшла, не жебрачка, а хвора на Паркінсон, йшла і тряслась. І мій син маленький був, каже, ось бачиш, вона така хвора, треба їй не дати гроші, я їй не дам гроші, вона неправильно трясеться. І справді, потім ми її зустріли, вона вже видавала себе сліпу. Оце так важливо зовнішній вид хворого на Паркінсон. Я підтримую. Дякую, Лариса Михайловна. Такое количество адреналина, которое сейчас есть во мне, описать невозможно, потому что слишком, знаете, знаково было определено то, что мы сделали за столько лет существования. Я назвала это сообщение от нашего отдела, от меня лично, эссе о жизни и творчестве «Гермоев 50 лет» на благо пациента с болезнью Паркинсона. И на самом деле очень быстро прошло это время, очень быстро мы умнели, очень быстро мы становились лучшими практиками, и очень быстро, но очень с сомнением большим, мы ставим диагноз болезни Паркинсона. Это не так, как на улице видно. Это не то, что дрожит, все называется болезнью Паркинсона. На самом деле все начиналось совершенно по-другому. И вот 71-й год. Вышла монография у нас в Институте старения нервной системы, где Никита Борисович впервые сказал о том, что возрастные амиотрофические изменения в коре и подкорковых структурах обнаруживают принципиальное сходство с изменениями, свойственными болезни Паркинсона и болезни Кольцгеймера. Эти заболевания вырастают из проявлений старения, когда дополнительные декомпенсирующие факторы превращают скрыто текущие нейродегенеративные процессы в манифестные клинические синдромы. В результате возрастные изменения центральной нервной системы облегчают развитие патологических процессов и делают относительно четкими нозологические границы в пожилом и старческом возрасте. Сейчас мы не можем себе представить, как нужно было видеть науку и практику на много лет вперед для того, чтобы об этом сказать. И как складывались обстоятельства, счастливо, я считаю, для нашего института и для нашего отдела в том числе. В 1972 году вот этот корпус, который вступил в строй к конгрессу международному, который проводил наш институт, мы все были в оргкомитете этого конгресса, это был праздник невероятный, праздник науки. И этот корпус был построен уже после того, как экспериментальный корпус вошел у нас в строй в 65-м году и в 64-м году первый клинический геронтологический корпус. Тут международный конгресс дал действительно большой толчок к развитию геронтологии и гериатрии в нашей стране в том числе. И вот здесь вы видите, как президент Международной ассоциации геронтологов профессор Натан Шок передает золотой такой ланцюг, или это был, как бы, такая цепь была совершенно мощная, Дмитрий Федорович ее носил, даже сгибаться мог. Символ президентства академику Чеботареву. Киев, Палац Украина, 2 липня. 72-й век. Ну и вот так сложилось, что мы стали работать. Мы стали работать в рамках нашего института. Мы стали работать в рамках Европейской и Всемирной ассоциации по болезни Паркинсона. И нам в этом году, ну будем считать в этом и в 72-м году, исполнилось 50 лет. Отдел наш был очень большим. Отдел состоял из энтузиастов, совершенно невероятно преданных делу, которые начинали все вновь. И все вновь мы шли в ногу с тем, что наука уже в данной ситуации сделала. Я сейчас вам покажу несколько лент, несколько дорог и несколько путей, по которому шла тогда медицина, и мы в какой-то момент вступили в эту дорогу тоже. Мы начали вообще понимание, что это такое эссе о дрожательном параличе, которое, вы знаете, Джеймс Паркинсон написал. И сегодня, вот 11 апреля, это день рождения его, мы отмечаем.
дальше, дорога шла дальше, дальше, дальше. Были описаны тельца Леви, были описаны Шарко, первые клинические варианты болезни Паркинсона. 19-й год великий Третьяков описал черную субстанцию, которая может иметь отношение к формированию клинической симптоматики болезни Паркинсона. Здесь мы видим Олега Храникевича, нашего соотечественника, который родился в районе Львова и потом долгое время работал за рубежом, закончил он свою жизнь директором института нейрохимии в Вене. Олег Храникевич был выдвинут на Нобелевскую премию как человек, который впервые предложил леводопу для лечения больной болезни Паркинсона. Дальше была система, которая нам давала возможность сейчас стадии определять по Ханьяру. Коцис впервые применил леводопу для больной болезни Паркинсона. Мы помним прекрасный фильм «Пробуждение», где Роберт Де Ниро сыграл пациента, сидевшего в кровати, ему дали леводопу, и он пошел. Что это было? Это было море слез со стороны его родственников, со стороны врачей, которые его смотрели. И вот здесь, 72-й год, мы пришли в клинику, мы не знали, что такое леводопа. Мы не знали, как лечить пациентов. Мы не понимали, что дозы дают галлюцинации. Мы бегали вместе с пациентами и искали мышек, потому что им казалось, что там кто-то бегает. Это был наш год рождения нашего центра. Дофаминовые агонисты потом были предложены. Потом вдруг трансплантация нервной ткани. Мы думали, а что же делать? А может, мы тоже можем это делать? На самом деле, эта история развивалась совершенно драматически, не в ту сторону, в которую мы мечтали видеть. Это вот токсин, который использовался потом нашими учеными, фундаменталистами для моделирования болезни Паркинсона. Здесь мы тоже стали работать. Мы работали в нашем институте, в сотрудничестве с коллективом Юрия Николаевича Крыжановского. Мы делали модели болезни Паркинсона и разрушали эти модели с помощью новых лекарственных препаратов. Глубокая стимуляция мозга была предложена. Мы начали заниматься подбором пациентов. Можем ли мы пациентам предложить этот вид лекарственный, в смысле не лекарственного, не хирургического вида лечения? Дальше пошло и все то, что нас потрясало абсолютно, это то, что мы увидели мозг, когда позитронная эмиссионная томография включилась, и мы могли видеть степень поражения подкорковых структур. Вот это фонд Майкла Фокса. Это был первый пациент, который уже, даже мы не говорим о Мухаммеде Али, мы говорим об этом актере совершенно великолепном, который страдал тяжеленной болезнью Паркинсона. Мы очень сочувствовали, мы понимали, что это для нас тоже очень важно. К нам приходили люди, которым мы тогда еще не совсем могли помогать, так как делаем это мы сейчас. И вот дальше развивалась наша, будем говорить, профессиональная глубина на том, что мы увидели, что нейропротекторы могут вызывать какой-то эффект при болезни Паркинсона. Может быть, даже какие-то упражнения, какие-то комплексы лечебной физкультуры мы стали разрабатывать в это время. Но мы поняли еще и другое, что тельца Леви не только в мозге, они во всем организме присутствуют, и поэтому возможность пробно сделать трансплантацию мозга не была эффективной, потому что тельца Леви – это не только мозг. Это полиорганная патология при болезни Паркинсона. Таким образом формировался наш опыт отношения к нашим пациентам о том, что колоссальная коморбидность, которая присутствует у них, влияет тоже на функциональный статус наших пациентов здесь. И вот эти исследования, которые тоже нас очень вдохновили, что на самом деле, наверное, нужно смотреть глубже. Есть какие-то другие признаки, и мы имели возможность видеть, что микробиома кишечника является иногда той патофизиологической основой, которая дальше дает развитию альфа-синуклеина, тельцам Леви и полиорганной патологии при болезни Паркинсона. Ну вот, и мы идем дальше, и мы... Что тогда было, в самом начале? Были совершенно уникальные исследования, которые мы тоже преломляли через свой опыт, что нормальное старение и болезнь Паркинсона в какой-то степени по своей экспоненте, наверное, совпадает. Но степень выраженности этих изменений должна быть разной. И тут была совершенно гениальная
фраза Владимира Ильича Фрольгеса, который сказал, ведь, наверное, паркинсонизм – это экстремальный вариант нормальной тенденции старения. Или нет? Да. Так на самом деле и было, потому что возрастные особенности были основой для того, чтобы мы формировали свое представление. Я, забегая вперед, хочу сказать, что наши пациенты сейчас – это драматическая когорта пациентов, я не побоюсь это сказать, люди молодого возраста, так называемый молодой паркинсонизм, новый, который приходит к нам, и непонятно, неужели этот человек будет жить всю жизнь с этим заболеванием. Мы никогда не называем наших больных больными, мы говорим, это люди, которые живут с болезнью Паркинсона. Мы даем им надежду иметь очень много перспектив на будущее для того, чтобы они могли строить свою жизнь так, как мы хотели бы это видеть с помощью современной медицины. Тогда мы сделали первые исследования и показали, что экстрапирамидная недостаточность при старении имеет вот такие величины. И это у лиц где-то до 10% старше 60 лет возрастная экстрапирамидная недостаточность трансформируется в болезнь Паркинсона. Наступил 17-й год. 17-й год совершенно знаковым был, потому что мы так посмотрели, ага, это нам 45 лет, а теперь что? И в этот год отмечались такие даты, которые праздновали все центры. Мы смотрели, что в 67 году шкала стадийности Хэнгьяра. Мы видели, что в эти 200 лет, которые были при болезни Паркинсона знаковыми по исследованиям, сюда входит и соответствующая дата для открытия черной субстанции Третьяковым. Здесь дата по 200-летию этой кривой, в которую вписывается тоже дата по назначению леводопы нашим пациентам. И, конечно, Никита Борисович, который создал тогда наш центр, который работает до сих пор. Олег Харникевич. Олег Харникевич – уникальный ученый, который был в нашем институте. Он читал совершенно блестящую, золотую лекцию, я считаю, по болезни Паркинсона. Он приехал в Киев по приглашению Платона Григорьевича Костюка, и мы тогда работали вместе, и Владислав Викторович Безруков показывал ему наш институт. Он говорил тогда, Олег, что мы делаем очень много для наших пациентов, только мы очень скромно себя ведем, что и продолжаем делать по настоящее время. Первая книга, которая вышла в нашем отделе, это «Сосудистый паркинсонизм». Эти авторы перед вами – это Никита Борисович, это Александр Борисович Вайштов, Любовь Ильинична Олейник. Это была первая книга в Союзе по паркинсонизму, по которой учились все. Другое дело, что Никита Борисович потом сделал какое-то вот замечание к себе. Он сказал, вряд ли можно было считать, что так надо было называть эту глобальную проблему. К сосудам она имеет очень мало отношения. И вот таким образом мы живем дальше. Потом эти осмотры у нас в отделе, которые имели, знаете, их нужно было снимать на видео. Тогда были у нас такие фотографии, но осмотр Никиты Борисовича, он приносил столько радости, столько творческого вдохновения и опыта для наших докторов, что, конечно, это было очень здорово. Наш отдел всегда собирался на конференции, мы всегда обсуждали наших пациентов, вот это те, кто были у истоков и в начале работы нашего отделения. Экстрапирамидная недостаточность при старении паркинсонизма, вы посмотрите, все, что можно было найти, я нашла в архивах института. Это люди, которые делали свои диссертационные работы. Эти работы касались возраста и болезни Паркинсона. Это Нина Васильевна, это Татьяна Ивановна, это Юлия Санна, это Николай Владимирович, это Елена Павловна Лукавина, Женя Колесникова, Саша Полевов, Марина Капустина, Наташа Бочинская и вот Александр Борисович, Любовь Ильинична, Юра Машек, Стелла Владимировна Литовченко, Костюченко Володя, Наташа Малиновская, Сидорка Галя, Лысенюк Витя, Литвиненко Толик и Лисогуб Виктор Григорьевич. Вот еще Поломарчук, Павликова, наверное, мало кто помнит, Рима у нас была аспиранткой. И вот Пинчук Миша, Яркавенко Володя, Рушкевич Юра, который впервые сделал модель болезни Паркинсона на крысах и показал, что можно моделировать только
у пожилых крыс болезнь Паркинсона, у молодых это делать бесполезно. Ну и вот Наташенька Березецкая, Флориса Янович, Наташа Чупровская, Леночка Миловецкая, Галочка Масиенко. Что мы сделали? Мы сделали такие блоки, которые были основой для нашей работы. Я не буду их читать. Если будет когда-то возможность поговорить об этом подробно, я готова это сделать. И теперь концептуальные основы деятельности нашего отдела по проблеме паркинсонизма изложены здесь. Это те основы, на которых сейчас мы имеем возможность работать с нашими пациентами и делать исследования по проблеме не только болезни Паркинсона, но и всех экстраперимидных заболеваний, которые похожи на эту болезнь. Ну вот и монографии, которые были сделаны последние годы с нами, это болезнь Паркинсона, и интересная очень такая была возможность поработать в европейской монографии по диагностике и реабилитации наших пациентов. Здесь у нас опубликована большая глава. Вот перехожу сейчас к финишу этого эссе. И хочу подчеркнуть очень серьезную вещь. Видите, вперед к пониманию, изучению, улучшению паркинсонизма. Вот этот тюлип – это и есть основа того, что символ нашей специальности – не роза, не незабудка, не лилия, а именно тюлип, потому что вперед к пониманию, изучению, улучшению паркинсонизма. Здесь, в 1997 году, мы были приняты по совокупности наших работ, по активности нашего центра в члены Европейской паркинсонической ассоциации. В европейских новостях это было сообщено, что мы в Барселоне должны были получить статус члена нашей ассоциации европейской. Квоту на голосование имеет наш институт в лице Владислава Викторовича и меня. Вот тогда мы получали эту прекрасную награду и звук Эдуарда Толозы. То, что вы сегодня видели перед началом нашей конференции, это марш был первый в 2012 году в Амстердаме, в котором мы с моей мамой Дурта участвовали. Она долгое время работала с нами как секретарь нашей ассоциации. И здесь, конечно, много было встреч, которые потом являлись основой для наших контактов в будущем. Это программа конференции, которую мы проводили как образовательное такое действие, Developing World Educational Program в рамках Международной ассоциации по болезни Паркинсона. Здесь были такие ученые, которые в мире считаются лидерами. И уверяю вас, что ни на одном конгрессе к ним просто так подойти нельзя. Они были у нас. Это был, конечно, Эдуард Толоза, это Оливер Раскол, это наша очень хорошая коллега, с которой мы работаем. Сейчас она возглавляет Центр по болезням движения в Тель-Авиве, Татьяна Гуревич. Это Олег Левин, ведущий эксперт Европейской паркинсонической ассоциации. Ну и вот, что было тогда. Почему эти люди были с нами? Это был профессор Мэтью Стэн, который дал первый толчок, собственно говоря, к нашей активной работе в международных ассоциациях. Здесь у нас была конференция, которую тогда переводил мне Сергей Чверхарадский. Мы с Мэтью активно очень сотрудничали, и так случилось, что он дал возможность в своем центре получить образование первому стипендиату в Соединенных Штатах Америки, который был от Советского Союза и был вот из Киева. Это был Коля Карабин. И вот тут те профессора, которые у нас были, не просто так здесь появились у нас в институте. Мы с ними работали вместе с блаженнейшим митрополитом Владимиром, который много лет страдал болезнью Паркинсона. И тогда и Оливер, и Татьяна. Мы впервые в Украине поставили ему помпус дуодопой. И это была очень серьезная ситуация. Разрешение на постановку этой помпы мы получали от правительства Украины. Наша коллега из Эстонии перед НАБА. И вот все то, что было тогда. Что мы делаем сейчас? Основные стратегии лечения болезни Паркинсона, к которым мы пришли,
за последние много лет, десятков лет. Это нейропротективная терапия, это патогенетическая и симптоматическая терапия, это физическая и социально-психологическая реабилитация. Но я хочу выразить особое почтение, внимание наше и благодарность фармакологической компании, фармацевтической компании «Осина», с помощью которой мы издали впервые в Украине рекомендации по диагностике и лечению болезни Паркинсона. Они выдержали два издания. И вот эти очень важные пособия для пациентов, рекомендации по питанию и лечебной физкультуре у наших пациентов. Сейчас мы занимаемся очень много реабилитацией. Вот этот физкомплекс вы сегодня увидите, он будет показан нашими врачами. Мы благодарим, еще раз говорю, компанию «Осина» и компанию «Арбинг», которые дали нам возможность проводить реабилитацию наших пациентов в том объеме, в котором сейчас нам позволяет наше время. Я благодарна очень нашим врачам. Вы видите, это 19-й год, мы дали статистику, какое количество пациентов мы смотрели за 3 года. Это тяжелое было время после 19-го года и ковид, и сейчас война, но мы не даем ту статистику, она пока закрыта. Но здесь вы видите, какое количество больных и киевлян, и иногородних были в нашей клинике, в нашей консультативной поликлинике, с которой мы тоже активно работаем, наши доктора там, Оксана Ильинична, Бориса Александровна, очень много внимания уделяют профессиональному отношению к нашим пациентам. И вот здесь также за 19-й год у нас впервые было проконсультировано тогда 525 первичных пациентов и 2118 больных. Это очень серьезное. Это те регионы Украины, вот эти маленькие значки, в которых мне пришлось побывать и в которых можно было открыть кабинеты по экстрапирамидной патологии. И это контакты с нашими врачами, это то, что сейчас в Украине есть. Это те люди, которые работают и знают нашу проблему, с которыми очень комфортно строить нашу будущую работу. Вы видите, я могу назвать эти фамилии, вы их все знаете, конечно, это и Винницкий наш регион, наша прекрасная семья Московка, это Львов, Януш Самоцкий, это Таня Слободин, и мы здесь в Киеве, Ужгород, это Ирочка Хубетова, Одесса, это Козелкин и Аллочка Черкес, Запорожье, это Людочка Дзяги, Днепро, это Стояна, Саша, это Катюша Антарьяник, это Наташа Литвиненко, Ирочка Богданова и Тамара Мищенко. Наш отдел, это несколько лет подряд эти фотографии мы так собрали. Это та фотография, которую мы сделали совсем недавно. Я хочу сказать, если бы не дирекция нашего института и не руководство клиники, наверное, мы не могли бы работать так творчески и так свободно, как мы это понимаем. И здесь очень уместно посмотреть на Дмитрия Федоровича, как он мог нам пожелать. Он не знал, что мы будем сейчас жить в таких условиях войны. Но он нам сказал, жить долго и в мире – понятие однозначное. Желаю всем долгой жизни на мирной планете. Вот такие обстоятельства. Это то, что говорили Нина Васильевна, это красный тюльпан наш. Вот на том, наверное, мы закончим наше сегодняшнее эссе. Спасибо за внимание. Дякувати. Дуже було приємно побачити такі рідні, знайомі обличчя, ці такі чудові ремінісценції, які в нас повертають в далеке наше минуле, у мирне минуле, але ми будемо мати надію на краще майбуття. Я знову даю слово Ірині Михайлівні і Карабані. Колективу «Залогов», правда ж, так? Тому що МУПА буде йти про специфічну реабілітацію при хворобі Паркінсона, той третій, що був в програмі нинішньої творчої діяльності колективу.
Ну и сейчас очень компактно я хочу рассказать о том, что методы реабилитации, которые мы сейчас применяем, они имеют под собой глубоко научную основу. И это сделано потому, что без этого пациенты жить не могут. Для пациентов нужна база, для пациентов нужны специалисты, которым они верят и к которым они идут, за тем, чтобы можно было почувствовать себя не просто больными, а людьми, которые живут с этой болезнью, рожают детей, которые делают научные открытия, которые оперируют больных, которые играют на сцене. Это все то, что является результатом реабилитации пациентов, живущих с болезнью Паркинсона, когда она начинается в любом возрасте, начиная после 30 лет. Таких пациентов у нас немало. И вот очень быстро хочу сказать о том, что Сантьяго Рамон и Кахал, лауреат Нобелевской премии, в 1906 году получил Нобелевскую награду за работу по структуре церебральной цветоархитектоники, которую он разделил с Камилой Гольджи. Таким образом, он хотел нам сказать, что все-таки не так безнадежно мы бросаем друг друга. Не нервничай. Береги нервные клетки, они не восстанавливаются. В какой-то степени они не восстанавливаются, наверное. Потому что вот здесь было показано о том, что 1400 новых нейронов образуется приблизительно каждый день. И этот процесс происходит до самой смерти человека. Значит, реабилитация, возможность пластичности и так далее, нервная система – это все в наших руках сейчас. Нейропротезы, нейропластичность – это известные вещи, которые Коморский говорил. Мы бегали за этой книжкой, и у Никиты Борисовича очень часто у нас были конференции с дебатами. А что такое нейропластичность? Адаптация, регуляция, адаптационно-регуляторная теория старения, которую Владимир Вениаминович предложил. А что это такое? Может ли это быть приложимо к нашим пациентам? Наверное, да. Вот это Международная организация здравоохранения, которая определяет реабилитацию соответствующим образом. Это от латинского слова, вот такого я не произношу, вы уже посмотрите картинки. Нейрореабилитация – это очень серьезный процесс. Это процесс вложения в человека методики, практики и фундаментального отношения к тому процессу, который подлежит реабилитации. Европейские паркинсонические и такие вот есть гайды, которые говорят о том, как нужно относиться к реабилитации наших пациентов. Вот это на ранних стадиях болезни Паркинсона. Вы видите, так течет болезнь, когда она начинается. Это совершенно человек, который практически не имеет внешних никаких признаков, потом вот это, не дай бог, до кресла. У нас в институте, в нашем центре никогда не бывает пациентов лежачих. Это наша концепция. Мы берем пациентов, с которыми достаточно перспективно можно работать для того, чтобы сохранить их качество жизни. Поэтому вот эти методы двигательной реабилитации, которые мы применяем сейчас, это лечебная гимнастика. Нина Николаевна тут есть? Есть, я. Я вам хочу сказать истинную благодарность. Сколько вы работаете с нашими пациентами и ваши видеосюжеты, которые вы нам давали, спасибо вам большое. Значит, баланс-тренинг – это данс-терапия. Это, конечно, уникальная методика, которая у нас есть. Мы сейчас покажем вам с помощью компании «Осина». Мы могли внедрить это. И те инструкторы, которые у нас работают, они работают с нашими пациентами. Оксана Михайловна, спасибо большое вам. Тут тренинг мелкой моторики. Это то, что мы можем делать с помощью компании «Альпенфарма Групп». Спасибо большое, Светлана Николаевна. Вы есть? Спасибо вам большое. И вот тренинг ходьбы. Это скандинавская ходьба. Это то, что делает сейчас и наши врачи, и наши инструкторы тоже. Аэробный тренинг и так далее. Ну, а я не буду тут останавливаться на этих позициях, которые становятся уже незыблемыми для нас. Много всяких примеров, как работают в залах лечебной физкультуры. Как бы нам нужен был зал? Как нам нужно пространство сейчас для того, чтобы мы могли дать возможность нашим пациентам делать то, что для нас доступно сейчас. И вот эти упражнения. Никто никогда не должен сидеть. Те, кто в зале сейчас, скажите каждому себе честное слово. Я буду с завтрашнего дня ходить.
Я буду с завтрашнего дня дышать воздухом. Я буду с завтрашнего дня, после 2 часов работы в клинике, уходить куда-нибудь такое резко, делать повышенную зарядку, я буду делать утяжение, я буду делать дыхательные упражнения для того, чтобы сохранить позу, осанку и не превратиться вот, вот в такую позу, которая иногда превращается в даже не Паркинсон, будем говорить, да? Много всяких возможностей этому есть. Я вам это демонстрирую. И сейчас вот то, что касается этих тренировочных залов для танцев. Вот видите, балетный класс, наверное, тоже так организован, правда? Они тренируются, они разрабатывают суставы. Тренировка есть основа для того, чтобы мы могли двигаться. Это все не просто так. Колоссальные деньги были вложены в доказательную базу, как реабилитация работает у наших пациентов. Это позитронная лесионная томография, которая сделана на крысах экспериментальных, которые бегают, которые что-то такое делают, которые, видите, показывают нам, какой же механизм возникновения реабилитационных каких-то таких локусов, активации в мозге, и это перспективно и для наших пациентов. Вот это все то, что я могла собрать. Вот это есть. Видите, даже количество лекарств уменьшается. Количество лекарств уменьшается после некоторого времени занятия лечебной физкультурой, танцами в том числе. На 50 миллиграммов меньше леводопа. Это значит процентов на 20-30 меньше риска побочных явлений. А какие побочные явления леводопотерапии? Те, кто работает в нашем центре, это знают. И у нас, наверное, среди всех людей, которых мы смотрим и в поликлинике, и консультируем, ну, в других учреждениях, будем так говорить, это пациенты с побочными явлениями неправильно назначенного лечения. Врачи должны знать, что они делают. Небольшие дозы, 50-30 миллиграмм, и то имеет значение для того, чтобы сделать профилактику психоза наших пациентов. Я уже не говорю о 10 миллиграмм. И вы видите такой вот очень смешной, мультяшный такой вот вариант, я его сделала статическим, что упражнение каждый день – это так, как лекарство. Лекарство идет само собой, а упражнение дает транспорт нашим препаратам. Вот это вот такие варианты, как было до реабилитации, как стало после реабилитации. Сначала он в зале, а потом он ходит по горам и чувствует себя человеком очень-очень и очень. Ну вот это новые, видите, такие ботиночки, мы хотим их, конечно, приобрести, не знаю, как это будет. Перчатка, которая уменьшает травмоопухолевые болезни Паркинсона. Причем это совершенно не ребенок это сделал, это мальчик 19 лет, который работал, а который пришел учиться в Оксфорд. И им захотелось помочь пациентам. А там рядом с Оксфордом находится Королевская клиника по болезни Паркинсона. Этот мальчик сделал эти перчатки. И вот танцевальная двигательная терапия. Мы этим занимались очень активно. Я говорила о том, что нас спонсировала в этом смысле, наши инструкторы работали при спонсорской поддержке компании «Осина» и постоянным вниманием к этой методике, ассистенции Оксаны Михайловны Бема, конечно, она не только у нас, но и в многих других центрах курирует танцевальную терапию. И это очень великое дело. Это наши коллеги. Наши творческие коллеги, будем так говорить, да? Вот методика у нас разработана, все это мы делаем, это мы мерили у наших пациентов унифицированную шкалу по болезни Паркинсона, это опросник по болезни Паркинсона нашим пациентам, стабилография, которая занималась невыносимо и оценивала это, все средний суммарный такой вот распределение по колебанию тела, как это улучшается у людей, которые занимаются танцами. Моторный темп у них тоже улучшается. Госпитальная шкала тревоги. Какие они веселые выходят с этих занятий. Если вы видели, сердце переворачивается, правда. Они идут счастливые совершенно. И самое главное – это подышать. И вот паркинсонский пример. Мы сегодня будем дарить нашим пациентам эти карты самообслуживания, чтобы они работали с этими картами. Арт-терапия имеет тоже свое основание. Очень много всяких вариантов арт-терапии. И вот с помощью компании «Альфа-Фарма» мы могли эту методику наладить у наших пациентов. Спасибо, Светлана Николаевна, вам еще раз
Дело в том, что инструктор, который приходит заниматься с нашими пациентами, это, конечно, работа компании Harper Pharma Group, которая нам привела такого прекрасного специалиста. Ну и вот здесь благодарность наша, понятно, безгранична. Мы хотим, чтобы было всем комфортно в этой жизни.